Блядь, я сейчас видел экскаватор, который равнял поверхность. Мужик прыгает тогда. Короче, погода резко опять поменялась. То было плюс 15, то были дожди. Сейчас плюс 2, но что в плюс 15, что в плюс 2, меня защищает Trailhead по погоде. Поэтому тоже давайте приобретайтесь, утепляйтесь и не болейте. Так, я внезапно выявил очень полезную вещь. Полезно перекусывать. Такой странный совет. Короче, пи***я хотел жрать. Я думал, что если бы я зашел в какой-нибудь туристик, сожрал бы нахрен все. В итоге я купил просто в Starbucks кофе ролл с лососем, картовый сторис. Перекусил и все, и побежал скорее на стрижку, кстати, огонек. И пошел на стрижку, и собственно, все, я понимаю, что я, в принципе, наелся этим роллом, и я больше не хочу есть. Профит. Записывайтесь на мой курс. Худеем или толстеем. Не то чтобы записывал какие-то очевидные вещи, но просто в пятницу он такой тупой разгон решил сделать.